Что касательно вирусологического расшифровки, мы проводим экспресс-тесты. Значит, на сегодняшний момент я должен сказать, что ковидом мы не фиксируем у себя в стационаре. При этом я отмечу, что, например, на близлежащих территориях, например, в том же Дзержинске, зафиксирован случай ковида у несовершеннолетних. Что касательно гриппа, к счастью, мы в настоящее время тоже пока грипп ни разу, вот прямо грипп, который вирусологически подтвержденный, пока такого гриппа мы не высеяли. В основном сеются обычные риновирусы, то есть то, что вызывает обычные насморки, риниты у детей. К сожалению, мы продолжаем регистрировать прям подтвержденно лабораторно коклюш у детей. Коклюш у детей может протекать вплоть до очень тяжелого состояния. И, ну, конкретно в нашем случае ребенок находился в отделении реанимации. Поэтому проблемы с ним могут быть, поэтому нужно относиться очень серьезно.